Эфире, в прямом эфире «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні гості нашої студії. Ірина Чумак, лікар-інфекціоніст обласної дитячої інфекційної лікарні. Вітаю вас. В'ячеслав Шкляров, міський позаштатний лікар-інфекціоніст. Вітаю. Добрий. Говорити сьогодні будемо про грип та гострі респіраторні вірусні захворювання. На жаль, в принципі, те, із чим багатьом з нас доводиться щороку, здебільшого саме у цей період, стикатися. Як відомо, від сьогодні в Миколаєві школи закриті на карантин, хоча є інформація, що це не стільки пов'язано із високим рівнем захворюваності, скільки як профілактичний захід. Про це ми ще сьогодні обов'язково поговоримо. Я нагадую, що ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 47 74 72. Ну і перш ніж ми поговоримо так розлого на згадані теми, я пропоную вам відеосюжет, котрий сьогодні підготували наші колеги з новин, телевізійних новин Миколаївщини, і він, власне, присвячений сьогоднішній ситуації. Будь ласка. Порожні шкільні кабінети та коридори. У миколаївських навчальних закладах із 5 лютого офіційно розпочався карантин. Таке рішення прийнято на підставі рекомендацій міської комісії ТЕБ та за даними моніторингу щодо стану захворюваності учнів у навчальних закладах, отриманих від адміністрації наших установ. Справа в тому, що станом на 2 лютого у 60% шкіл, а це 42 школи, відсоток захворівших коливався від 20 і вище відсотків. У міському ж управлінні охорони здоров'я кажуть, епідемії у Миколаєві немає. Рівень захворюваності серед дітей на 75% нижче визначеного порогу. Тож оголошений карантин має суто профілактичний характер. Говорити про те, що сьогодні є така захворюваність, по статистичним даним, у нас підстав немає. Але враховуючи те, що діти все-таки хворіють і за медичною допомогою не звертаються, більшість займається самолікуванням і в школи не відвідують, то, звичайно, необхідність така є. Тому управління охорони здоров'я не заперечували проти введення карантину. Аби діти не витрачали час і не відставали у навчанні, в управлінні освіти розробили рекомендації щодо організації дистанційних уроків. Через інтернет учителі пояснюють матеріал, задають домашні завдання та контролюють виконану роботу. Відповідно, створені всі умови, у нас проведено інтернет, працює Wi-Fi, тому всі вчителі з своїх кабінетів можуть працювати дистанційно. Також у багатьох вчителів є свої блоги, як на платформі щоденник.ua, так і на інших платформах, зокрема на платформі Google. І відповідно до цього всі наші учні мають електронні адреси вчителів і працюють дистанційно. Дистанційне навчання під час карантину рекомендоване, але не обов'язкове. Восьмикласники Григорій та Костянтин зізнаються, не розуміють, навіщо навчатись у вільний час. На так звані вимушені канікули у них зовсім інші плани. Завдання? Ні. Зачем? Ні. Тільки на понеділок то, що задали, да. А так особо ні. Так, просто дистанційно. Вот гуляємо на Советской, вот, комп'ютер. Комп'ютери, да, телефони. А от дев'ятикласниця Ганна налаштована вчитися під час карантину. Ну, ми робимо уроки, нам багато задають, ну, якби, продовження учення, тільки домашнє. Віддихаємо там і виходимо на вулицю, от сьогодні вийшли. І, в принципі, все. Головне завдання тимчасового припинення освітнього процесу – ізоляція учнів від контактування один з одним. Але, незважаючи на це, малеча продовжує гуляти вулицями міста та відвідувати позашкільні навчальні заклади. Орієнтовно карантин триватиме до 9 лютого включно. У випадку загострення ситуації термін може подовжитись. Я нагадую, що телефон нашої студії 47 74 72. Якщо у вас є запитання, побажання до наших гостей, будь ласка, звертайтесь. Отже, В'ячеслав Вікторович, здебільшого це скоріше стосувалося тих, хто так чи інакше страждає або навпаки відпочиває від навчання через карантин. Яка сьогодні ситуація саме із захворюваністю на грип та гострі респіраторні в Миколаїві? Ну, по області, якщо ми будемо брати офіційну статистику, то у нас, в принципі, якщо візьмемо на пятую неделю, да, то заболеваемость, эпидемический порог
не превышает по городу 73,4%, практически 75%. Вот. Відсотки від порога? От порога, да. А в Києві вот. Інші кількості? А в області 34,4%. Вот. Если брать по заболеваемости, то всего по городу вот, 2091 заболевший, по области 608. Вот. Конечно же, львиную долю, как при любом остром респираторном заболевании, вот, это составляет детское население. Если брать статистику Министерства здравоохранения Украины, то в период эпидемии на острые респираторные вирусные инфекции 64% это занимают дети. Вот, около 25% это занимают подростки, ну и остальное население это взрослое. Поэтому все-таки детское население более склонно к данному заболеванию. Вот. Если брать по заболеваемости непосредственно по возрастам, то, конечно, мы с вами видим, что это дети от 5 до 14 лет и 15-17 лет. Те непосредственно мероприятия, которые внедрила школа, конечно, они взяли на разобщение непосредственными управления освіти, щоб діти не общалися, займалися і сиділи вдома. Ну, дехто з них на вулиці таке зустрічається. Сама суть профілактика склонна к тому, щоб розобщити і убрати різні масові мероприятия. Вот. Чому статистика може у нас відлічатися від самої заболіваємості на самом деле? Вот. Якщо ми увидим, как сказал виконуючий обов'язки начальник управління, вот, то школы посещают около от 28 до 34% детей. Если на сегодняшний день мы возьмем, то 15-я школа, там уже 50% детей отсутствует, и 51-я школа. Поэтому, в принципе, управление освіти и пошло непосредственно на этот шаг. Так как многие родители, как уже сказала Ирина Валентиновна Шамрай, детей не ведут в лечебные учреждения, многие все-таки стараются пролечить детей самостоятельно, вот, и дети потом приходят с родительскими справками в учебное заведение. Поэтому как бы точной статистики дать мы не можем. Мы можем дать статистику по обращаемости, те, которые обратились, те, которые прошли госпитализацию в связи с какими-то осложнениями. Вот. Если, конечно, также еще большой риск идет к заболеваемости, это беременные женщины. Если мы будем брать статистические данные, то, что мы мониторинг ведем с 40-й недели, вот, 2017, то есть начало эпидемического порога, то у нас заболело 252 беременных женщин на острые респираторные вирусные инфекции. И вот сравнительно недавно среди обследованных детей, которые были пролечены в детской больнице номер 2 и переведены в областную детскую инфекционную больницу, из 6 госпитализированных, у 5 уже да, подтвержден да, вирус гриппа Б. Угу. Трошки докладніше. Б – це більш ускладнена форма? Нет, дело в том, что вирусы гриппа, они имеют, классифицируются на 3 группы. Вирус гриппа А, вирус гриппа Б и вирус гриппа С. Вирус гриппа А, нам известен такой, как вот Мичиган, то, что сейчас идет по Европе, Гонконг идет. Вот, в 2009 году мы с вами встретились с таким пандемическим вирусом гриппа А, как калифорнийский, иначе его называли ранее свиной грипп, вот, который видоизменчив, обладает высокой мутационной способностью. Вот, поэтому и непосредственно идет и поражение. Вот, наиболее массовый, высококонтагиозный вирус. Вирус гриппа Б, он менее контагиозен, менее изменчив. Вот, и, как правило, он тяжелые заболевания не дает. Дает в основном средней тяжести, вот, и легкие. Ну и вирус гриппа С практически легкое течение заболевания. И, как правило, у нас возникают спорадические вспышки. Это чаще всего раз в 10-15 лет он может давать какие-то спорадические вспышки. Угу. Ірина Анатоліївна, саме діти найчастіше хворіють, тому що організм ще не зміцнів. Чи тому, що вони частіше в таких скупченнях? Діти чаще болеют только лишь потому, что, как мы уже сказали, это массовость, это организационные коллективы. Угу. Болеют дети какие? Школьники, которые ходят в школу и заражают друг друга.
Вот. Допустим, на данный момент, вот уже сказали, некоторые школы там заболеваемость больше, в некоторых школах заболеваемость меньше, но тем не менее дети общаются. Один пришел, который мама, допустим, такая требовательная, а ребенка сказала, нет, ты пойдешь в школу, он пришел с насморком и заразил весь класс. Вот поэтому, естественно, болеют дети эти больше. Ну, я розумію, що даних таких, можливо, точних немає ще по районах, але за вашим досвідом, ситуація саме по області, вона, ну, є якісь райони, де більше, можливо, підстав для захворювань? Ну, от на сьогоднішній день, за январь місяць, і от уже скільки ми здесь, 5 днів февраля, то от з області, іменно з грипом, діти не поступали в лечебне наше учреждення, а поступали діти в основному тільки городські. Угу. От, якщо поступають діти з обласних каких-то областей, ну, це от Николаївський район, може бути, і Вітовський район. Це такі два райони, де немає інфекційної служби, то а эти дети, они госпитализируются в детскую инфекционную больницу. Но обращаемость, допустим, те же, у них же есть стационары, которые обращаются, то с ОРВИ обращаются. Ну, загалом, от щойно озвучив колега цифри, рівень саме на цей період, як за п'ятий тиждень нового року, так, якщо подивитися за попередні роки, наскільки це більше чи менше, чи в середньому? Ну, в прошлом году у нас подъем заболеваемости был декабрь-январь месяц, и больше было действительно поступивших детей к нам в инфекционную больницу детскую. А в этом году, январь месяц практически у нас очень маленький был процент поступавших с гриппом и ОРВИ. Вот. И на данный момент, вот, благодаря тому, что сделали этот карантин, может быть, и будет меньше поступлений. Но вот 5 случаев гриппа Б уже выявлены. Это городские дети с разных школ, с разных районов города. Они поступили в нашу больницу лечиться. Ну, профилактика – це, мабуть, головне, про що слід говорити, і не лише в такі періоди. Що найдієвіше? Можливо, ми десь будемо банальні і повторювати ті ж самі, в принципі, і народні якісь засоби, і тим не менше. Давайте нагадаємо. Значит, основное профилактическое мероприятие, которое мы все знаем, но которое очень многие часто боятся, а бояться этого нельзя, это, естественно, вакцинация. Дети, которые привиты от гриппа, взрослые, которые привиты, допустим, вот мы медработники, мы себя в этом году прививали, сами вакцину покупали и прививали, потому что мы работаем в очаге инфекции, и мы, естественно, не боимся, вот и работаем. Нет никаких, допустим, ситуаций, что можем мы заболеть. А вот там, где дети менее защищенные, непривитые дети, ослабленные дети с иммунодефицитом, они, естественно, будут подвержены инфекции. Ну, вакцинация, по-перше, чи всюди можно зробити? Ну, конечно же, были, говорили об этом, когда еще были предпосылки разговора о том, что будет подъем заболеваемости в феврале месяце. Вот, прогнозировали это, то говорили, что детей нужно прививать. Было в октябре-ноябре месяце нужно было делать эти прививки. Саме від грипу? Да, против грипа. Наскільки це дорога процедура? Ну, не обов'язково називати суму. Ну, разные вакцины по-разному стоили, я не могу сказать. И разные. Да. Ну, да, дело в том, что это самое. Вообще, само проведение вакцинации в лечебных учреждениях – это бесплатно. Вот. Для того, чтобы провести вакцинацию против гриппа, то есть родители должны с ребеночком или взрослые должны подойти к семейному врачу или педиатру. Вот. Он оценит состояние здоровья. Если позволяет на сегодняшний день провести вакцинацию, то доктор выписывает рецепт, и по этому рецепту уже пациент идет, покупает вакцину. И обязательно оговаривается такое правило, что должно быть выдержана эта холодовая цепь и квитанция с аптеки, где указана дата покупки вакцины и время покупки вакцины. Почему? Потому что мы должны выдержать вот этот сам холодовую цепь, да, чтобы вакцина не была просрочена и чтобы мы не получали никаких непосредственно осложнений. Вакцина, в принципе, как мы смотрим, люди покупали самостоятельно. У нас это GC-Flu была основная вакцина и была у нас ВакциГрип. Вот, в пределах около 250-300 гривен она стоила. Те люди, которые хотели привиться, конечно, они все привились. Вот, и слава Богу. Дело в том, что
Конечно, иногда вакцина не может 100% защитить от данного заболевания. Ну, а загальный уровень эффективности? Но если человек заболеет, то он перенесет заболевание в очень легкой форме. Дело в том, что в этом отношении мы должны вспомнить, что наиболее страшные осложнения, особенно если возьмем вот эти высококонтагиозные вирус гриппа, пандемические, вот, это большие осложнения. Токсины вируса гриппа, они тропные к эндотелию сосудов. И таким образом мы видим, что сосуды становятся ломкими. Мы наблюдаем кровотечение. Кстати, одно из типичных явлений при тяжелой форме гриппа, вот, и средней тяжести, ближе к тяжелому, это носовые различные кровотечения. Вот. Мы можем взять мамочек, это уже доказано, и в международной Кокрановской библиотеке это описано уже, это библиотека доказательной медицины, что если мамочка в период беременности, вот, в период закладки плода перенесла вирус гриппа, то у ребенка в большей степени это могут развиться эпилептические синдромы, децинфальные параличи. Вот, и в 60% может развиться в созревании, в половом созревании ребенка это симптомы шизофрении. Страшні варіанти. А якось убезпечити себе від таких ускладнень? Чи є взагалі шанси? От людина вже захворіла, просто лікуватися, чи можливо якісь додаткові заходи для того, щоб саме ускладнень не було? Ну, дело в том, что это расписывает непосредственно доктор. Если мы берем это беременных мамочек... Ну, одна справа вылековать просто той самый грипп, скажем, а еще и додатковый, может быть? Вот, ну, смотрите, самое первое, это, если мы уже начали за беременных, да, это обязательно за ними наблюдение. Все беременные мамочки, они, как правило, все госпитализируются и находятся под постоянным контролем как гинеколога, вот так и терапевта. Если это дети, и если дитё постоянно температуре, температура не падает, конечно, обязательно госпитализация. Вот. Если это взрослый, то же самое, обязательно госпитализация. Если средняя тяжесть или легкое течение, конечно, семейный врач назначает или педиатр назначает лечение, учитывая противовирусную терапию и симптоматическую для того, чтобы не допустить осложнения. Другой фактор – это непосредственно касается самого пациента, будет ли он выполнять назначение. Да, потому что в стационаре мы тоже наблюдаем, когда доктор назначает, вот, и говорит постельные режимы, но, к сожалению, больные не всегда это выполняют, и после этого мы получаем астенические постгриппозные синдромы, мы можем получить осложнения, это миокардиты, вот, и различные нарушения со стороны центральной нервной системы. Поэтому самое главное – это постельный режим, обильное питье, витаминизированное питание, вот, и прием противовирусных препаратов. Конечно, самое, я так думаю, надо сделать акцент, что не принимать антибиотики. Нет, ни в коем случае. Вот. Первые 5 суток, когда лихорадят, вот даже дети, которые вот на данный момент лежат у нас, они лихорадят до 38, до 39. Жаропонижающие обязательно, вот обильное питье, и антибиотики не назначаются. Если уже есть какие-то осложнения в виде кашля, в виде каких-то бронхитов, тогда назначается антибактериальная терапия, но это на 5-е сутки при гриппе и при ОРВИ тоже. Вот. Мы с вами только начали про профилактику, сказали про вакцинацию. Да. Следующее из профилактик – это первое разобщение. Вот то, что сейчас сделали, это профилактическое мероприятие, что разобщили, скученность этих детей разобщили, дети находятся дома. И, конечно же, и еще я заодно, это основных профилактических, это обязательно проветривание квартир. Обязательное проветривание дома. Вот. Дети должны обязательно мыть руки. Пришли с улицы, где-то за что-то брались. Обязательно должны помыть руки. Родители должны к этому приучать детей. Да, конечно же. Вот. Но если, допустим, в семье кто-то заболел из взрослых, то дети, которые в семье не заболели, взрослые, во-первых, носят маску. Это вот защита. Защита. И дети, которые уже, допустим, общаются, но лучше больного разобщить, если это он лечится на дому, а не лечится в стационаре. Да. Это основные профилактические мероприятия при вирусах и при гриппе. И, конечно же, соблюдение это кашлевого этикета, с обязательным использованием не рук, потому что вирусы попадают на руки, потом втирание глаз и так далее. Вот, использование желательно одноразовых салфеток, вот, в крайнем случае уже носовичков, вот.
И, конечно же, стараться не контактировать с больными, которые у вас рядом находятся. Ну и пам'ятати про те, що навіть ті маски, які продаються, їх на скільки годин вистачає? Три. На три часи. На три години. Після цього її краще викинути, тому що вона вже є розношена. Да. Хвороби і вірусу. Якщо зможете відповісти, я сподіваюся, у нас, ну я зараз не буду підраховувати, скільки таких хвиль було, але от ви згадали про свинячий грип, пташиний грип, ще якісь, можливо, траплялися. Грип іспанка у нас була пандемія. Так, я перепрошую, у нас є дзвіночок, не так багато часу у нас залишається. Давайте послухаємо, потім продовжимо. Будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Будьте добрі, скажіть, будь ласка, а можна в поліклініці пойти привітися від дифтерії або столбняка? І як це, безплатно або платно, взрослим, наприклад, працюючим? Дифтерия, столбняк. Обязательно. Значит, вы можете спокойно, вакцина есть у нас в каждом лечебном учреждении. Вот, вы приходите к семейному врачу, врач оценивает ваше состояние, описывает в карточке дозвил, с вами заполняет информационное согласие, вот, и обсуждает каждый пункт, наличие хронических заболеваний, аллергий, вот, применение, прием крови заменителей, вот, прием различных препаратов, вот, и также были ли у вас какие-то аллергические реакции, медикаментозные или не были, вот. И после этого, когда вы все оценивает ваше состояние здоровья, он вам дает допуск, вы идете в прививочный кабинет, и на основании этого допуска прививочная медсестра вам делает прививку АДСМ, это анатоксин дифтерийно-столбнячный моновалентный, абсолютно бесплатно, и заносит вам это все в прививочную карту. И в карту истории болезни обязательно. Да, да. Якщо затрапилося цього питання, якщо не помиляюсь, йшлося про кір, про те, що в державних установах, буквально днями була інформація в соціальних мережах, що в Миколаєві в державних установах немає вакцини проти кору, тільки в приватних. Є вакцина проти кори в лечебних учреждениях, вот это идут централизованные поставки, но вакцина рассчитана только для детского населения. Угу. Если взрослый человек, в основном это до 30-31 года, хочет привиться от кори, конечно же, мы рекомендуем сдать на напряженность иммунитета. И если титра нету напряженности, тогда мы рекомендуем провести иммунизацию против кори. Таким образом, мы выписываем также рецепт больному, но взрослое население покупает вакцину за свой счет. Вакцина есть как двухдозная, так и однодозная, заряженная сразу уже в шприце. И дальше тоже с учетом холодовой цепи, вот, с квитанцией, что эта вакцина не лежала где-то у него, вот, а он прямо с аптеки приехал, проводится иммунизация взрослому населению. В прививочных кабинетах? Да, в прививочных кабинетах. Я продолжу свое запитание. С приводу того, что раз по раз вот у нас выникают то свинячий грип, то пташиный грип, у людей уже майже стійка така впевненість утвердилась, що принаймні певною мірою це фармацевти намагаються заробити на якихось таких страшних видах начебто. Може бути кілька років поспіль той самий пташиний грип, потім кудись він зникає, він дійсно зникає чи якось трансформується? Мутує. Мутує, так. Да. Он мутирует. Почему? Грипп имеет свое название. Смотрите, Мичиган, Гонконг, Калифорнийский. То есть само название вируса говорит о том, где он был выявлен. Вот. И следующая аббревиатура, которая идет за вирусом, это месяц и год его выявления. Вот. Вот, допустим, вирус H1N1 Калифорния, пандемичный 09, то есть пандемия 2009 года. Вот. Дело в том, что в связи с мутацией вот, вирусы, они между собой соединяются. Вот, когда человек может... А у меня иммунитет. З'являється новий, так? Да, иммунитет, да. Ну, поэтому и уже на такий страшний. Но иммунитет не може бути постоянним, поэтому вакцина каждый год меняется. Иммунитет не стойкий, он всего лишь держится на протяжении года, и к концу года он уходит. Вот, может быть перекрестный на момент вакцинации, если какой-то вирус зашел, аналогичный вирус гриппа. Вот. Но
иммунитета, если вот вы привились, как при дифтерии, да, и у вас пожизненный, этого нету, к сожалению. У нас лишається пів хвилинки, може трошки більше. Останнє запитання, дуже стисло. Якщо у людини грип, якщо просто гостре респіраторне, ну, скажімо так, гостре респіраторне захворювання, грип, мабуть, страшніше, основні симптоми грипу, я пам'ятаю, температура, якщо нічого не змінилося, так, висока. Тобто тоді, коли обов'язково треба звертатися до лікаря. Основное то, что должны обратить внимание и взрослые, особенно взрослые, которые имеют детей, школьников, естественно, как только видят, что ребенок стал вялым, что ребенок вот прилег, он неактивный, он уже чувствует себя плохо, они должны померить температуру. Если температура до 39 градусов, она очень-очень медленно снижается, да и жаропонижающие, может быть и до 40. 40 градусов. А меньше, ну, від 38? Меньше, нет, при ОРВИ может быть до 38,38,5. При гриппе только высокая температура. 39,5 до 40. Тогда, естественно, вы непосредственно должны обратиться к медработникам, потому что начинают сами лечить грипп, и потом мы имеем эти же осложнения. Не нужно этим заниматься. Есть лечебные учреждения, есть семейные врачи, которым вы должны, если это в ночное время, вы должны вызвать скорую помощь. Врач скорой помощи определит состояние ребенка, я на данный момент говорю о детях, вот, и подскажет маме, да, вы можете остаться дома, или, допустим, мы вас должны госпитализировать. Это очень большое должно быть внимание и настороженность по поводу вот этого. Потому что дети, как дети, вот у них может быть одних детей температура, и он скачет, а у других может быть высокая температура, и он лежит. Я вам дуже дякую за цю бесіду, дякую всім, хто був з нами. Будьте здорові і побачимось. Будьте здорові. До свидання. Всього доброго.